Да не может быть! Что? Что? Всем привет, с вами Red One Rage и Arid Grey. Сегодня мы будем делать контракты. И да, я попытался найти самые интересные контракты. И в общем, давайте же поприветствуемся вначале. Толик, Arid Grey. Да, всем привет, дорогие друзья. Значит, давайте начнем с самого дешевого контракта. Сейчас у вас высветится иконка того, что должно получиться из него, по идее, проценты. Ну, давайте же начнем во всяком случае. Значит, по качеству, по низовине, начнем, пожалуй, с песчаные дюны. У нас их много, ну, как раз для контракта. В общем, закладываем. Готовы? Готовы. Давайте. Подожди, надо похреститься. Все. Молодец, подергал вверх. Теперь супер, погнали. 3, 2, 1. Хорошее начало. Я как раз, кстати, этого и хотел, потому что из всех оружий, которые возможно выбить с этого контракта, мне выпало самое топовое. Как раз на калашик тоже надо. Хорошо, переходим ко второму контракту. Он у нас такой, примерно тоже такой же дешевый, но во всяком случае у нас их будет два. Вот так, заполняем. И еще раз. 3, 2, 1. Убинга убунда. О, еще один. Просто супер. Сейчас фартит на скины. Просто. Идем в следующий контракт обмена. Тоже. Актерская игра. Ну да. Значит. Обдаст, супер. Значит, мы готовы. Мы готовы. После полевых испытаний. И погнали. Ну тоже неплохо в целом, хотя он и не окупает, но все равно хороший скин, пусть будет. Переходим к более дорогому контракту. Да, вот только не... Да. Кирилл, актерская игра на высшем уровне, давай нормально. Значит, горелое дерево. Да. Угольки остались. В общем, это более дорогой контракт, но если с него выпадет Юсп взгляд в прошлое, то это будет балдеж. Я его себе оставлю. Да, у меня есть один, но будет лучше. В общем, давайте. 3, 2. Подожди, подергать вверх-вниз. Наша традиция. Покрутили. Плюс. Все, 3, 2, 1. О, да ладно, что? Это как вообще? Да ладно. Офигеть. А какое качество? Да ладно, после полевых испытаний. Сколько оно стоит? Да ладно. 31 гривну, офигеть. Оно окупает контракт, просто жесть. Капец, как это фартануло. Хорошо. Следующий контракт с револьверами выживший. Он тоже уже более дорогой. Кирилл, знаешь, чисто выпадает что-то даже не из этой коллекции. Ух, погнали. 3, 2, 1. Да вы издеваетесь! Вы издеваетесь! Как это? Это подкрутка от Габена или что? Я, конечно, 2 или 3 раза открывал кейс, и мне ничего не выпало. Но не может быть. Это реально подкрутка какая-то. Поскольку это сам... Кирилл, при чем тут Габен? Какой КБС? Хорошо, давайте еще. Последний контракт. Я надеюсь, что выпадет горячечные грезы из этого. Фух, давайте, контракт обмена. Он самый-самый дорогой просто. Надеюсь. Фух, давайте, горячечные грезы. Или вот эта чешка. Или М-ка. Фух, я готов. 3. Толик, стоп. Толик, ты готов? Либо акусик. А вдруг акусик? Кирилл, а вдруг АК? Фух, калаша там нет. Неоновый револьвер. Хочешь? Ну, там его нет. Давайте, АВП горячечные грезы. 20% шанс. Вы готовы? Я готов. Ну, сайки. Давай, 3, 2, 1. Да ладно! Да не может быть! Что? Что? Кирюха, сколько она стоит? Сколько она стоит? Кирилл, стоп! Не может быть! Сколько?
193 гривны! Жесть, просто капец. Нюх, теперь ты можешь и за КТ, и за Т-сторону поставить по одной авапе. Это полный капец. Я в шоке. Это просто невозможно. Народ, вы видите это? Я не верю глазам. Все, что могло произойти, произошло.